Для сегодняшнего выпуска вам будут необходимы следующие ингредиенты. 500 граммов говядины на кости, 2 луковицы, 2 свеклы, 2 морковки, 300 грамм капусты, томатная паста и терпение. Всем привет! Welcome to VNITV! Меня зовут Айвен. Меня зовут Валентин. И сегодня мы будем готовить борщ. Сегодня мы будем готовить борщ. И сегодня мы будем готовить борщ. Two hours later. И сегодня мы приготовим с вами борщ! Сегодняшнее видео мы решили записать на русском языке, так как мы готовим... Русский суп! Прежде всего нальем в кастрюлю холодную воду и выложим туда мясо. Бульон будет намного вкуснее, если мясо будет на кости. Следите за бульоном и снимайте пенку. Когда жидкость закипит, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне. Час полтора. Теперь переходим к зажарке овощей. Для этого нам понадобится лук и морковка. Нарежем лук небольшими кубиками. Натрем морковку на терке. Теперь перейдем к обжарке наших овощей на среднем огне с добавлением масла. Смешаем овощи. Та-дам! Нальем масло. Все. Теперь натрем 2 средние небольшие свеклы на терке. Вот, снимаю. Теперь добавим нашу свеклу нашим овощам и будем жарить все вместе. Через 5 минут добавим томатную пасту, все хорошенечко перемешаем и оставим еще на 5-7 минут. Окончут. Приступим к нашинковке капусты. Когда бульон сварится, вынимаем из него мясо и засыпаем нашинкованную капусту. Добавляем картошку. Добавляем нашу зажарку в суп. Теперь добавляем лаврушку и мелко нарезанную зелень.
Солим и перчим. Наконец-то мы приготовили наш славный борщ. Теперь небольшая подготовка. Наливаем чистую водицу. Для себя. Спасибо. Берем сальце. Ваше здоровье. Накладываем сметанку. Размешиваем и наслаждаемся нашей проделанной работой. Как вкусно! This is the first video of our new series of Cook Tipsimo. Please comment down below to let us know if you like this video or not. And in the future, we'll be making more cooking videos for you. Like Chinese food, French food, Russian food. Yeah, and Russian food. It's not the only one dish we have in Russia. Приятного аппетита!